Окунёк. In high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you, it's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. Oh, they're in love now, and I wanted you to know. Окунёк. Вторая палочка, тоже от GS Company, серии Nix, 7.28 тест у нее. Большие приманки пока не продергивал, щуки нету, поэтому что их дергать. Бросает она не хуже той палки, а может быть даже лучше. Ну, допустим, тот же самый ублерок. Маленький. 57 миллиметров. Так, что там он? Вес не пишут здесь. Это от компании G-Spin. Вот его сейчас запузырим. Посмотрите. Вобер летит. Даже лучше, чем с той палкой. Вот эта палочка мне очень понравилась, и этой палочкой я буду ловить. Ту палочку не знаю, еще не распробовал. Не могу понять. Вообще мне лапшистые палки не очень нравятся. Поэтому фанатом такого строя меня назвать нельзя. Но вот летит даже дальше воблер.
Мои палочки это вот такие, конечно, жесткие. Мой типаж. Чё я уже не пробовал? Но когда вытаскиваешь вот таких маленьких кушет, конечно, с той палочкой кайфуешь по полной программе. Я бы что-нибудь себе взял, наверное, среднее еще. Между этой палочкой и между той, назовем ее соплей. Ну вот серия Nix мне очень нравится. У них еще есть джиговые Nix'ы. Говорят, тоже классно. Катушка у меня Alux. Катушки мне пока нравятся. У них очень толстый шток. Сами они не тяжелые. Фрикцион на этой катушке довольно-таки мощный, на 6 килограмм. Это где-то 1500 катушка. И для такой малютки 6 килограмм фрикцион — это, конечно, достойно. Я уже не знаю, что мне бросать, что мне кидать в эту реку. Одно время хорошо ловил вот такой Molex Jubar 70. Но сейчас что-то и он замолчал. Вообще с рыбой непонятно. Вот она прыгала, куда-то отпрыгала. Летит, конечно, он не очень, но рыба его любит. Я на него и щупки поймал, наверное, хвоста 3. И судаков поймал, судачат, скажем так. Щуку одну большую поймал, где-то в районе двушки. Окуней переловил на него очень много. Классно тычется. Но фигово летит. Вот и все. И окунь куда-то свалил. Это парадоксально вообще. Кто-то взял. Ну вот. Мне на самом деле очень нравится палочка. Рыбалка пипец какая трудовая. Ой, вон они где. Вот как это понять можно? Был бы вообще окунь активный, там через каждый заброс был бы с рыбой. А здесь получается бросаешь и каких-то единичных достаешь оттуда. Народ тоже пишет, отписывается, что особо ни у кого ничего не ловится. Много людей. Сумка, кстати, вот классная уже. Куча карманов. Вмещает в себе очень много всего. Здесь вот такие отделения. Под разные коробки. Сюда
помещается очень много всего. Вот тут у меня куча всего. Взял по лайту половить. И что-то как-то ничего. Сейчас вертушку теперь покидаю. Вот. Тут у меня куча. Куча-муча. Две коробки на дне. О, богатство. Клевал бы еще на них, на все это барахло, блин. На ахтуре не клюет. Обалдеть можно. Так, ну вот здесь у меня микроджиг всякий. Силиконки недорогие. Разные. Вот тут карман. В этом кармане разнообразные тоже отделения. Тут карман, тут карман. И сверху два больших кармана. Сюда коробки хорошо лазят. Сумка от компании Fisherman. Кстати, у сумки антипромокаемое дно.